Утреннее шоу выходного дня. Домоседы на радио «Дача». Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья Сельхова. Вы слушаете радио «Дача». Шоу «Домоседы» сегодня приветствует вас. Желает вам прекрасного настроения, как всегда. И я с гордостью, удовольствием, радостью представляю вам нашу уникальную гостью. Она сегодня впервые в рамках шоу «Домоседы» на радио «Дача», но не впервые. В принципе, мы принимаем в гостях эту очаровательную женщину, эту потрясающую певицу, народную артистку Российской Федерации, великолепную актрису Тамару Гварцители. Тамара Михайловна, здравствуйте. 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 Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо. Мы вас ждали долго, и вот, наконец-то, уже завершающая программа сезона, вы к нам дошли, это очень здорово. Спасибо вам большое. А знаете что, почему я так радуюсь? Мы будем из вас делать почетного домоседа. Народный артист и почетный домосед. Замечательно звучит. Да, и народные, и заслуженные артисты Российской Федерации приходили и обладают уже этим званием. У нас большой послужной список. Да. Хочется, чтобы вы почувствовали себя как в гостях. Мы очень рады принимать звезд у себя и вот в такой хорошей атмосфере. Вас удивили кубики, которые перед вами. Давайте их рассмотрим, потому что наша беседа, наше интервью будет строиться с помощью этих кубиков. Давайте рассмотрим. На одном кубике домик. Это дела семейные, домашний уют. Монеты – это финансы. Два человечка – это дружба. Звезда – это призвание и популярность. Сердце – это дела амурные. И знак вопроса – это знак вопроса, сектор сюрприз. Ну, а на втором кубике, как на обычной игровой кости, цифры от 1 до 6. Это сложность вопросов и заданий, которые вам предстоит выкидывать. Ну и, конечно же, мы много будем разговаривать о том, о чем хочется поговорить. И, конечно же, у нас будет много музыки. Это замечательно. Я хочу, чтобы вы начали эту программу с той песни, которая сейчас вот максимально погрузит наших слушателей в вашу атмосферу. Атмосферу потрясающей, великолепной Тамары Гварцители. Спасибо огромное. Ну, наверное, песня это будет «Давай разлуки запретим». Дуэт со Стасом Михайловым. Новая песня. Новая песня, да. Которая ворвалась в эфир радио «Дача». Расскажите. Да, Михаил Гуцериев и Виктория Кахана. А это, конечно, для меня тоже неожиданный дуэт, как и для Стаса. Михаил Гуцериев до этого подарил такие две потрясающие песни, которые уже в моем репертуаре. Это «По небу босиком» и «Ориентир любви». И я думаю, что это такая творческая удача. Публика уже просит прямо на концертах, чтобы я исполняла уже два концерта. Название было «Ориентир любви». И я очень благодарна, конечно, Михаилу Сафарбековичу, что вот эти песни долетели до меня, потому что я думаю, что все мелодии, которые так нравятся людям, это удача и зрительская, и, конечно, артистическая. Спасибо большое всем слушателям. И вот песня, которая называется «Давай разлуки запретим», дуэт со Стасом Михайловым. Я у моста, дальше черта, жить без тебя мне не интересно. Я не один, ты не одна. Мы за разлукой шагаем по встречной. Давай разлуке не дадим. Нас разлучить нам лучше вместе. Наш мир любви не объясним. Он не в твоем сердце ночью одна, совесть чиста, жду тебя снова, купаясь надежде. Давай разлуке не дадим, нас разлучить нам лучше вместе. Наш мир любви не объясним, он необъятный. Нас обмануть мы.
Утреннее шоу «Домоседы» на радио «Дача». Тамара Михайловна Гвирцители сегодня в студии «Радио Дача». Как вам работать со Стасом Михайловым? Такой удивительный дуэт. Вот вы сказали, неожиданный дуэт. Да. Очень хорошо, потому что он такой эмоциональный, неравнодушный. Категорически. Резкий мужчина. Да, Стас Михайлов – почетный домосед. Он когда приходил к нам, мы узнали, что он любит чай с ромашкой, и приготовили ему чай с ромашкой. И ему задаю вопрос: «Стас, почему вы пьете чай с ромашкой?» Он говорит: «Я очень темпераментный, меня это успокаивает». Без эмоций нету творчества и нету вот этого горячего отношения к жизни. А вы тоже такой темпераментный человек? Какой характер у вас? Взрывной? Вы можете себя назвать взрывным человеком? Конечно, я немножко приглушаю. Конечно, я очень эмоциональный, неравнодушный, нервный человек. Но ведь того, что такое мамино сильное воспитание, конечно, я это все приглушаю. Но я не могу совсем соглашаться, естественно. Я же нормальный человек. Спасибо, Тамара Михайловна. Давайте начнем играть. Давайте. Бросайте кубики, и мы узнаем первое задание или вопрос, который вас ждет в нашей программе. Тема «Дом», 4 балла. Здесь будет игра. Неправильный ответ. Я попрошу вас сейчас за 30 секунд продолжить самые известные песни про дом, но неправильно. Ой, это очень сложно. Это будет очень сложно, но это будет весело. Готовы? Главнее всего погода... Дома. Я куплю тебе дом у пруда. Ну где? Неправильно нужно ответить. Не вспоминайте то, что правильно. Отвечайте неправильно. Я куплю тебе дом у пруда. Навсегда. Ладно. Дальше приходите в мой дом. Мои двери открыты. Буду песни вам петь. И чаем поить. Ладно. Мы приедем в наш старый дом и не включим в прихожий свет. И обнявшись с тобой вдвоем... Мы поймем, что правды нет. Ну. Так, отлично, Тамара Михайловна, это гениально. Я даже на часы не смотрю. В доме моем хватит углов, хватит воздуха и тепла. Это я. Ай, господи, это правда. Спасибо, что пошли на этот эксперимент. Насколько ваш дом открыт для гостей? Конечно, открыт, когда я приезжаю, или какие-то праздники очень домашние. Конечно, мы стараемся всегда дома. И друзья приезжают, и, конечно, мы все это очень любим. Мы с этим рождаемся, и это никуда невозможно девать, где бы мы ни находились. Необходимо, да? Существует необходимость посидеть большим кругом, душевным, обняться, безусловно, признаться, конечно, друг другу в любви. Да. Друзья, слушайте, впереди лето. Открывайте свои двери, своих домов чаще для любимых людей. Признавайтесь в любви. Это тоже так греет. Да, очень. И это все тепло. Вот это позитивное, такое солнечное настроение. Это так заразительно. Браво. Во-первых, аплодисменты. С заданием вы справились. Спасибо большое. Я на все вопросы. Давайте музыкально продолжать программу. Что-то из того времени вы сейчас нам поставите. Юрий Антонов, «Зеркало». О, почему именно, да? Ну вот, когда мы уже выросли и нам начали открыто делать комплименты где-то на первом-втором курсе консерватории, мы были такие серьезные студентки, и я, и мои подруги. И я помню, что, услышав эту песню, мы все начали верить в любовь. Теперь у меня эта песня будет ассоциироваться вот как раз с тем, что вы рассказали. Как это здорово. Давайте слушать. Давайте. Иногда любви забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Вдали-дали мне слышится, снится голос твой, долети, доплыви. И с любовью ничто не сравнится, даже звезды не выше любви.
гляжусь в тебя, как в зеркало. Да головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу любя, ты не верь, это я возвращаюсь, я иду от тебя до тебя. Гляжусь в тебя, как в зеркало, да головокружение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Шоу «Домоседы» на радио «Дача». Тамара Михайловна Гвердцители сегодня пришла в гости на радио «Дача», шоу «Домоседы». Друзья, у нас финальная программа в этом сезоне. Тамара Михайловна нам сейчас своей прекрасной энергетикой чудесное лето запланирует. Вот мне как-то это так видится. Я не спасибо знаю, большое. Почему. Спасибо. Давайте играть дальше. У нас впереди много вопросов. Бросайте кубики. Будет тема уже другая, наверное. В общем, и казарту меня призвали. Это здорово. Финансы. Финансы и 3 балла. Блиц. Вам снова выпадает вопрос, с которым нужно справиться за 30 секунд. Вопросы на тему денег. Отвечайте на них быстро и не думая. Готовы? Да-да. Сколько вам денег нужно для счастья? Ну, я думаю, что счастье не имеет цены. Как объяснить детям, что такое деньги? Выучить 2 стихотворения, 1 песню правильно спеть и получить за это премию. Кто прав, кто копит или тот, кто транжирит? Не смотрите на секундомер, уберу его. Транжирить. Да, потому так. Что потом можно посчитать, что Пиросмани тоже был транжирил и писал гениальные картины и дарил людям. И... Тамара Михайловна, продолжаем блиц. Сколько стоит батон белого хлеба в Москве? 70 рублей. Не имей 100 рублей, а имей... 100 друзей. На что бы вы потратили шальной миллион? Музыкальную школу бы я открыла. О, минута времени нам понадобилось. Ну, интересные какие у вас ответы. Мне понравилось про шальной миллион. Давайте об этом поговорим. Школу? Да, вот музыкальная школа. Я просто обязала бы, чтобы хотя бы азы музыкальной грамоты преподавали. Это очень развивает человека, делает его менее агрессивным. Но это такие мечты, знаете, как оно может иметь место, потому что люди того и хотят, но не могут никак выразить. Осознать. И, да, осознать и организовать. Здесь же это самое главное. Так, интересно. А про батон белого хлеба. Вы ходите сами по магазинам? Да, иногда мы с мамой ходим, да, выбираем какие-то вкусную еду и то, что нам нужно, вот все ингредиенты, чтобы делать какое-то грузинское блюдо. Я надеюсь, что мы сегодня обязательно доберемся до рецепта, который спрятан в заданиях кубиком. Хочу вот сейчас вернуться к тому, что тот прав, кто транжирит. Да. И вы про себя так сказали. Я сама не могу сказать про себя, что я транжира, потому что человек все-таки, когда своим трудом имеет какие-то 10 рублей, я думаю, что, во-первых, есть о ком заботиться, и большая семья должна быть всегда, дай бог, и в порядке, и с замечательной едой, и с нормальной одеждой, и с каким-то отдыхом.
я думаю, что это элементарно, это не потому, что я балую уж очень, но старалась. Первое дело, для чего нужны деньги, я считаю так, чтобы дать образование своим детям. Потому что вклад. Я всегда... Это вклад. Конечно. Угу. Я всегда понимала, что я хочу дать хорошее образование моему сыну, который в этом году в Лондоне заканчивает Лондон's King's University. Он вернется? В Россию вернется? Пока не, пока не знает. Да? Да, но самое главное, что это он сделал. Профессионально получил и такой опыт, и образование, и я думаю, что вот это самое важное, что родители могут... Спасибо, Тамара Михайловна. Будем продолжать музыкально нашу программу. Ну и будет минуточка попить чай. Шоу «Домоседы» на радио «Дача» продолжается. Может быть, никогда, может быть, навсегда захочу с тобою рядом быть. Новые города, старые поезда к тебе, но ты уже не та. На радио «Дача». Тамара Михайловна Гварцетели сегодня испытывается кубиками. Еще много впереди бросков. Бросайте. Сектор «Вопрос» и 3 балла – это вопрос на тему здоровья. Вопрос про самое. Простой вопрос. Тамара Михайловна, как вы заботитесь о своем здоровье? Как вам кажется, что самое главное из разряда простых и неврачебных рекомендаций, которые мы можем сейчас дать нашим слушателям? Ну, физзарядку. Так, физкультура должна присутствовать. Обязательно. Жизнь должна присутствовать. А вы делаете зарядку? Да. Я не ношусь по фитнесам, это не мое. Угу. Я никогда это не могла, и не было никаких расположенностей к этому. Дыхательные упражнения я делаю давно. Для нас это самое важное, что это помогает и вокально, дыхание. Вы понимаете, что значит для нас. Да, да, конечно. И, ну, конечно, питание. Человек должен очень следить за своим питанием. То для вас вот, правильное питание, именно для вас. В связи
с профессиональной деятельностью, конечно, иногда получается сбой. Гигантский сбой. Здесь успел поесть, там не перекусил, здесь да. какая-то еда была. Там плюс 8 часов, не... уже здесь люди собираются спать, а у тебя концерт начинается. Да. Иногда организм с ума сходит и говорит тебе, что ты со мной творишь. И, естественно, надо прислушиваться к себе. Это определенное питание, конечно. Определенное, это что значит? Это овощи, это фрукты. Мясо вы едите? Да. Мясо едите? Да. Ввиду своей деятельности совсем обходиться без мяса. Это нереально, и надо, как говорится, мозгами с этим согласиться, что надо ограничивать. Эти ограничения, они влияют на всю нашу жизнь. И ввиду того, что с 5 лет в такой дисциплине, как музыка классическая, находиться, это, конечно, меня здорово по-солдатски воспитало во мне, да, дух ограничений. Для того, чтобы получить то идеальное, где-то все равно придется отказать себе. Правда? Обязательно. Так устроен человек, и эта борьба, наверное, рождает некую. Ну, друзья, когда вы едите шашлыки, потом какой-нибудь тортик, потом еще что-нибудь вкусное, а начиная неделю оказывается на работе, говорит, ну почему у меня лишний килограмм? Собственно, это не чудо, это нормально. То есть, если вы хотите быть в форме, шашлык надо есть не каждый день. Да, ну каждый день. Хорошо, спасибо большое, Тамара Михайловна. А есть еще какие-то вот ваши личные секреты хорошего самочувствия, которыми вы пользуетесь? Какие-то, может быть, мысли, которые заряжают вас на хороший день? Как вы просыпаетесь? Есть ли с утра какие-то ритуалы? Кофе. Кофе? Кофе, да. Это меня, как говорится, принуждает к жизни. Хороший кофе, да. Это ритуал. Потом немножко походила, распелась. Минимально, как говорится, тратить на... болтовню, конечно. Но мы с вами еще поболтаем. У нас очень осмысленная беседа. Да, очень интересно. У меня созрела одна мысль. Я вам ее скажу в конце программы. А сейчас попрошу, продолжим музыкально. И я думаю, что настало время нам услышать вашу песню. Какую захотите нам поставить? «По небу босиком». Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресне, две рюмки водки и хвальба. Моя душа, презрев усталость, на деле останется с тобой. И веря в искреннюю жалость, я ночь оставлю за собой. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Губами прикоснусь. Вернусь замерзшим февралем, сыграем Моцарта вдвоем, романсом грустным на гитаре и белым танцем, где мы в паре. Вернусь я ночью полутьмой, метелью снежной кутерьмой, кружить обувь и скучать, и дом любовью охранять. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем. Я за тобою вознесусь по небу босиком. Я обязательно к тебе вернусь теплым проливным дождем.
Шоу «Домоседы» на радио «Дача». Тамара Михайловна Гвырцетели сегодня с нами играет в кубики. Давайте продолжим. Бросайте кубики, узнаем, что следующее нам выпадает. Дружба и 3 балла. Вам сегодня везет на вопросы, на которые нужно ответить за 30 секунд. Пока вы ни с одним из таких не справились по времени, но отвечайте здорово. Сейчас... Ассоциации. Одним лишь словом вам нужно проассоциировать тех людей, которых я вам назову. Это известные вам люди, вы с ними работали, с кем-то, возможно, дружили. Мы сейчас об этом и узнаем. Готовы? Да. Поехали. Стас Михайлов. Ураган. А студио? А, цунами. Елена Ваенга. А, просто такой лунный поход. Александр Розенбаум. Ленинград. Эмин. Жара. Тамара Гвырцетели. Тбилиси. Смотрите, вот как с ассоциациями у вас. Да, потому что вы мыслите образами. Вам так гораздо легче. Да, вы правы. Я назвала тех артистов, с которыми вы выступали. Так или иначе, есть великолепные дуэты. С Эмином вас связывает теплые дружеские отношения, насколько я знаю, да? Да, да. Мы поем «Синюю вечность», мы поем. Великий Муслим Магомаев, и мы эту песню... Муслима Магомедовича поем вместе с Эмином. Он, в принципе, очень много сделал для того, чтобы люди не забывали великого, да, Муслима Магомаева. Да. И за это ему большой, вообще низкий поклон. Низкий поклон, да. Спасибо большое. Я раз папа Эмин замечательный, и они, конечно, замечательные люди, очень теплые, музыкальные. Они любят искусство. Вы дружите. Можно, наверное, так сказать. Да. Елена Ваенга, какая интересная была ассоциация. Лунный поход. Я логику, мне кажется, чуть-чуть понимаю. Потому что Лена тоже заслуженный почетный домосед. Сидела здесь, отвечала на вопросы. И вот лунный поход. Тамара Михайловна, объясните хоть чуть-чуть. Потому что, ну, это нельзя сказать, что что-то находится на земле, когда... Что мы находимся на земле, когда общаешься с Леной. И я думаю, что правильно я буду понята. Ощущение, что вот мы вступаем в какое-то другое измерение, мы там находимся, невозможно словами описать. Я думаю, что это, наверное, 1-2 человека прочувствовали в жизни, что такое ступить на Луну. И если поэтому... пообщаться с Ваенгой, то, в принципе, можно почувствовать. Можно быть третьим человеком. Давайте Елену Ваенгу послушаем. Шоу «Домоседы» на радио «Дача» продолжается. В жизни все мгновенно и все проходящее, а ты был, наверное, не настоящий. И до неприличия ты был мне неверный, ты был необычный, ты был обыкновенный. Золотая рыбка, золотая, ее тебе на память подарю я. А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Золотая рыбка, золотая, ее тебе на память подарю я. А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Говорила мама и лучшая подруга, сколько было рыбок у милого друга. Белых, синих, черных, розовых и красных. Конечно, неприятно, но все с тобою ясно. Золотая рыбка, золотая, ее тебе на память подарю я. А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Золотая рыбка, золотая, ее тебе на память подарю я. А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую. Ты был мне неверный, ты был необычный, ты был обыкновенный. Золотая рыбка, золотая, ее тебе на память подарю я. А меня мой милый променяет на другую рыбку золотую, на другую рыбку золотую.
шоу «Домоседы» на радио «Дача». Тамара Михайловна Гварцетели снова бросает кубики наши домоседские. Нам уже не так много осталось. Вы здорово справляетесь, надо сказать. Какая тема? Не сомневалась, что будет на 6. Тема амурная. Дела любовные. 6 баллов. Неудобный вопрос. Неудобный. Можно отказаться, если он вам не понравится, от ответа. На самом деле он достаточно общий может быть, но мне бы хотелось, чтобы вы ответили лично, о себе, про себя. Вы 3 раза были в браке. Это правильная информация? 2 раза. Википедия обманывает? Да, иногда не точно. Так. А цифры важны. Ну, вот здесь вопрос, как спасти брак? Вы расставались со своими мужьями по той или иной причине. Так случалось, жизнь заставляла. Как спасти брак? Стоит ли его спасать? Что это такое, когда 2 человека... И здесь, наверное, все-таки про разъединение, когда люди начинают смотреть в разные стороны. Почему это происходит? И как, по вашему опыту, спасти? И нужно ли спасать? Жизненный опыт мне подсказывает, что я не спасала брак. И это очень сложная позиция для женщины. Меня этот вопрос, как женщину, для меня он унизительно немножко звучит. О, я прошу прощения. Не, ничего, это мы с вами женщины, и поэтому да, у нас... Да, очень интересно. Я думаю, что я оскорбила бы этого мужчину, если бы спасала бы свой брак. А-а-а. Также и в мою сторону. Если бы мужчина подумал, что он будет со мной брак спасать, я, наверное, не согласилась бы с этим. Хотя в Грузии и в грузинских семьях очень тяжело относиться к... Разводом, расставанием. Да, к разводам. И родители начинают очень участвовать потом в жизни своих детей. Наверное, это очень сложный вопрос. Ради детей, наверное, другие женщины стараются сохранить брак. Давайте объясним. Мне очень нравится ваша позиция. Понятно, люди живут вместе, наслаждаются этим. У них никогда в жизни не появится потребности спасать брак. Правильно я вас поняла? Да. Совершенно верно. Тамара Михайловна, 3 главных качества, которыми должна обладать настоящая женщина. Как вам кажется? Назовите их. Красота, быть хорошей мамой и никогда не становиться смешной. Ого! Да. Никогда не становиться смешной. Интересно. Неудачно я по-русски сказала. Нет, это интересно. Давайте разберемся. Никогда не становиться смешной. Смешной в каком смысле? Ну, знаете, может быть, смешной женщина, которая хочет... в определенном возрасте выглядеть, как в 20 лет. Да, все, понятно. Давайте музыкально продолжим нашу программу и вернемся в студию. Словно шелковый туман, словно теплый океан укроет нас от лишних глаз. Гаснут окна, фонари, уплывают корабли куда-то вдаль. А нам не жаль. Ты моя навсегда. Чувствуешь, знаешь. Ты невероятная. И мне надышаться быть тобой. Милыми закатами по венам пульсирует любовь. Ты невероятная. Срываюсь в тебе со стаи птиц, взлетаю и падаю, а небо не ведает границ. Время все бежит, я искал тебя всю жизнь, летел на свет чужих планет. И шагая в темноте, на голодной пустоте, в плену зеркал тебя искал. Ты моя навсегда. Чувствуешь, знаешь. Ты невероятная. И мне надышаться быть тобой. Крыльями закатами по венам пульсирует любовь. Ты невероятная. Срываюсь в тебе со стаи птиц, взлетаю и падаю, а небо не ведает границ. Ты невероятная.
чувствуешь, знаешь. Ты невероятная, и мне надышаться быть тобой. Хмельными закатами по венам пульсирует любовь. Шоу «Домоседы» на радио «Дача». Тамара Михайловна Гвирцители испытывается сегодня кубиками. Амурные дела, но уже попроще вопрос. Пусть будет 3 балла. Вопрос про самое. Самый счастливый день в вашей личной жизни. Яркое событие или подарок, который сделал вам ваш избранник. Самое яркое событие, когда Сандро, Александр родился, мой сын, 23 января 86 года. Сандро или Александр, он учится в Лондоне, заканчивает. Сложно это было отпустить? Да, да, это расстояние Москва-Лондон никак не сократишь, кроме того, что умом было понятно, что человек едет туда получать образование. Конечно, волнуешься и утром, и вечером. На телефоне? На телефоне. Понятно, и бабушка, то есть моя мама, естественно, вся в волнении. Ну, посмотрим, как будет дальше. Тамара Михайловна, а невеста, подружка у него есть? Говорит он вам, представляю? Я думаю, что настанет время. То есть погони. Да. Уже должен задуматься. А вы бы хотели, чтобы он уже задумался? Да, задумываться надо. Только задумываться. И несмотря на то, что у нас не выпала эта тема, я не могу отпустить вас из этой студии без шикарного рецепта. Пожалуйста, Тамара Михайловна, расскажите какой-то рецепт чего-то очень вкусного от вас нашим слушателям. Есть такая традиция, звезды нам рассказывают. Ну, я такой легкий салатик, да, скажу. Да, давайте. Значит, листья салата, грейпфрут, грецкий орех. А грейпфрут как? Порезать такие ломтики. Ломтики. Должны быть, да. Грецкий орех. Так. Тоже, ну, надо порезать. Потолочь. Да. Потолочь. Да. Помельче. Да. Угу. Посолить, поперчить и оливковое масло немножко. Все? Да. Грейпфрут. Можно и креветки. Листья салата. Можно креветки, можно не креветки. И грецкий орех, и все? Да, да. Вот три. Это самый простой салат, он должен состоять из 3 ингредиентов. Проще не бывает. Тамара Михайловна, скажите, пожалуйста, есть ли у вас традиции, которые вы свято чтите в своей семье и которые вы готовы передавать дальше и внукам? Да, конечно. Новый год. Собираетесь вместе? Рождество, да. Рождество. Пасха и 9 мая. А как в России говорят, это вторая Пасха. 9 мая. 9 мая. Это знает и мой сын Сандро. Он будет грядущее поколение информировать. И не только. Я думаю, что через музыку можно очень много передать многих людей. Именно призвать музыкой углубиться в какие-то темы жизненно важные и понять, что делали их предшественники. Ладно, спасибо огромное. Мы сейчас на музыку уходим, а у нас финал. Шоу «Домоседы» на радио «Дача» продолжается. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами.
этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой. Один есть только путь мелькания дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Лай-лай-лай. Шоу «Домоседы» на радио «Дача». Друзьям, сегодня Тамара Михайловна Гвардцители испытывалась с нами кубиками. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Тамара Михайловна, вы знаете, я много в своей жизни видела артистов и брала у них интервью, у вас в том числе. Вот второй раз меня не покидает это ощущение, когда артист, несмотря на то, что вот он сидит перед тобой, он пьет такой же чай, он чуть выше. Даже несмотря на то, что мы сидим с вами в метре друг от друга, все равно я понимаю, что за нами какая-то вселенная, какая-то спасибо. Неизведанная история, которая должна передаваться в музыке, в том, что вы делаете на сцене. И низкий вам поклон за это. Спасибо. Чего ждать поклонникам? 29 февраля 2020 года состоится наш концерт в Кремлевском дворце накануне Великой Победы. В будущем году 75 лет большая нашей дата. Победы. Большая дата. Сложно определиться с репертуаром, но самое главное, что это история нашей семьи и мама моя, дитя войны. Всю информацию про этот концерт мы увидим и на вашем сайте, да. И в Инстаграме у вас Тамара Гвардцители, он так и называется. Какая-то душевная, приятная, теплая энергия, которой вы поделились с нашими слушателями. Спасибо вам и за это тоже. Спасибо большое. Вот, ваш микрофон, можете сказать слушателям, которые сегодня с нами были, что-то. У нас впереди лето, у нас финальное шоу «Домоседы» в этом сезоне. Что пожелаете нашим слушателям вот на лето такого вкусного? Чтобы оно было красивое, мирное, домашнее, чтобы вы были со своими родными, с людьми, которых вы любите. И действительно, лето – это маленькая жизнь. Олег Митяев и его песня «Лето – это маленькая жизнь». Действительно, это так. И чтобы и лето, и жизнь были светлыми, радостными, полными музыки, хороших людей, добра и красоты. Тамара Михайловна, мы ждем с вами новых встреч на концерте, о котором мы говорили. Конечно же, на телеэкранах, конечно же, на концертах, за которыми можно следить через ваш Инстаграм, через новости на сайте Радио Дача. Спасибо вам за сегодняшний такой час, очень наполненный. Ну, а я, друзья, вам скажу о том, что несмотря на то, что мы расстаемся на лето, вы можете заходить на сайт radiodacha.ru и слушать все выпуски шоу «Домоседов» за все три сезона с вашими любимыми артистами там, на сайте радиодача.ру. Заходите, добро пожаловать. Меня зовут Наталья Селихова. С вами было шоу «Домоседы». Сегодня с нами была Тамара Гвардцители. Спасибо и до свидания. Спасибо вам. Всего вам доброго. Спасибо. Сказал, и все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторги споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король. Без солдат своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что верным был.
прощай, не говорю. Лишь я прощай, не говорю. Уютное шоу выходного дня. Домоседы на радио «Дача».